наш фестиваль продолжается. И очень символично, что 11 декабря, в день памяти Василия Денисова, вспоминается еще одна дата. Вы ее, конечно же, вспомнили. День начала Чеченской войны. Дорогие друзья, давайте сейчас вспомним, конечно же, в первую очередь ребят, которые 11 декабря приехали на Северный Кавказ в командировку, длительную командировку, которая затянулась на две кампании. Вспомним тех людей, которые в 79 году брали дворец Амина и также долго, в течение почти 10 лет, были на афганской земле. Вспомним тех ребят, которые сегодня в наше мирное время лишились трагической жизни в Сирии. Вспомним всех защитников нашей Родины, которые отдали свою жизнь и по праву называются героями. Наши все солдаты великой нашей страны. Давайте вспомним всех минутой молчания. Спасибо. Прошу садиться.